В этом видео мы покажем, как можно экспортировать настройки окна и передать их другому пользователю. И сделать это можно через сохранение снапшота или шаблона графика. Снапшот сохраняет все настройки графика, а также наборы линий и лимитов. И в меню Setup сохраняем снапшот. И далее в окне Market Watch переходим в раздел Setup. Экспорт-импорт template и далее выбираем снапшот. Также отдельно можно экспортировать набор лимитов и лимитов volume fixing. Кликаем на наш снапшот и нажимаем экспорт. И далее отсылаем файл другому пользователю. Другой пользователь сохраняет себе файл на компьютер и затем в Market Watch, Setup, экспорт-импорт template импортирует себе снапшот. Нажимаем импорт. И выбираем файл из списка. И далее в любом окне у нас появится данный снапшот. Откроем новый график. Setup. Load snapshot. И видим наш импортированный снапшот. И у нас открывается график ровно с теми же настройками, как и импортированный шаблон графика. И далее мы выводим окно из снапшота. Setup и снимаем галочку с независимого режима окна, Independent Mode. Для чего нужен независимый режим окна и Snapshot, как ими пользоваться, мы рассказываем в отдельном видео, ссылку оставим в описании. Если у вас есть вопросы по экспорту и импорту настроек, просим обращаться в нашу техподдержку по контактам в описании. Благодарим за внимание и хорошего дня!